Всем привет, вы на канале Алёша. И мы с Лёшей сегодня будем делать обзоры, осматривать новую спецтехнику, которая у нас появилась. Да? Что это за спецтехника? Экскаватор с керамичкой. Да, колесный экскаватор на четырех колесах. Да. Он поворачивается по своей оси полностью. А давай посмотрим, что он представляет. Ну, давай покажем. Это вообще экскаватор от марки Orion. Мы такой нашли случайно. Значит, у него... назад. Ну, да, как у твоего друга. Вот, у него регулируется положение ковша. Да. Также регулируется положение относительно оси. Он может вертеться. Дальше есть там внизу блокиратор, который блокирует поворот, либо разблокирует поворот, да? Где крутится? Вот, посмотри, подожди. Вот. Здесь. Видишь как? Смотри. То есть получается, нам надо вот так вот, он тогда полностью свободно крутится. Как только мы заезжаем вот так вот, видишь, поворот заблокирован. Поэтому пусть так. Так, плюс вот так вот поднимать и опускать. Соответственно, он спокойно может рыть землю. Человек спит. Спит? Да. А, еще есть у него водитель. Давай же покажем водителя. Леш, давай. Давай. Еще у экскаватора есть вот такой вот водитель. Давай его попробуем посадить. Давай я. Вот так как-то, я не знаю. Садится? Посадил его, да? Вроде бы как и места для него тут особо нету. Ну пусть вот так вот сидит, управляет экскаватором. Для чего нужен экскаватор? Чтобы копать землю. Копать землю. И добрать салатвар. Ну да, вырывать яму. Тебе вообще нравится такая спецтехника? Да. Мы первый раз увидели и сразу купили, она очень крутая. И пригодится Лёше, когда он пойдет гулять на улицу и будет копаться в земле, да? Теперь у нее есть землекоп. И со всей этой работой будет справляться экскаватор колесный. Да? Да, я каждый день его буду. Да, но по-настоящему этот экскаватор ездит, ну, довольно-таки медленно. Для того, чтобы его перевозить на место работы, мы с Лёшей еще взяли автовоз большой, который у нас уже был. Быстро едет, вот так вот. Упал! Да, и перевернулся быстро так. Авария случилась, выскочил водитель. Так, Лёш, ну что, автовоз подъезжает? Да. Трак. А там его назвать трак. Скават. Давай. Подъезжает автовоз. Ой. Подъезжает экскаватор. Подожди, подожди, подъедет пусть. Пусть подъедет. Еще подъедь. Все? Да. Едет. Давай, подъезжай. Экскаватор заезжает на автовоз. Все. Водитель садится в экскаватор. Да, вот так вот происходит передвижение его с места на место работы, да? Да. Ну что, Лёш, вот, да, пожалуй, наверное, все, что мы хотели показать. Помахай ковшом зрителей, ковшом экскаватора. Как ты только что махал? Всем пока, да? До свидания. До свидания от рабочей техники.
До свидания, ребята. Надеюсь, что вы еще увидите этот экскаватор в других наших видео. Если вам понравился, мы будем еще вам снимать этот экскаватор. Ну, конечно. Тебе лично понравился этот экскаватор? Очень сильно. Очень сильно? Ты его уже полюбил? Да, я его люблю. Ну, отлично. Все, тогда всем пока!